Hello, dear friends. Привет, дорогие друзья. I'm glad to meet you again. Я рада встретиться с вами снова. Open your books. Откройте ваши учебники. Spotlight 2. Spotlight 2. At pages. На страничках. 42 and 43. 42 и 43. Урок Now I know. Теперь я знаю. Дорогие друзья, нам очень важна обратная связь с вами, так называемый фидбэк, в виде ваших лайков, подписки на канал и ваше мнение в комментариях, и заранее вам за это огромное спасибо. Еще одна прекрасная особенность учебника Spotlight 2. Раздел Now I know. Теперь я знаю. В нем повторяется основной материал, пройденный в первом модуле. Это проверочная работа. Exercise 1, page 42. Look at the pictures. Посмотрите на картинки. What's this? Что это? It's a bedroom. Who's this? Кто это? It's Lulu. What's this? It's a bathroom. Who's this? This is grandma. What's this? It's a kitchen. Это кухня. Who's this? This is daddy. Это папочка. What's this? Что это? It's a living room. Who's this? This is grandpa. Это дедуля. А посмотрите, на этих картиночках нет Лэри и нет мамы. Лэри спрашивает у мамы. Where's daddy? Где папочка? Смотрим, куда ведет стрелочка, в какую комнату? В спальню. Поэтому ответ. He's in the bedroom. Where's Lulu? Где Лулу? She's in the kitchen. Where's grandma? Где бабуля? She's in the bathroom. Where's grandpa? Где дедуля? He's in the living room. Exercise 2. Упражнение 2. Page 43. Страница 43. Прочитай слова и выбери соответствующую им картинку. Мы с вами начнем с картинок. Итак, по цифре 1 – сад – garden, кухня – kitchen, дом – house. Выбираем слово, конечно, garden. Цифра 2 – living room, kitchen, bathroom. Какое слово подходит? Bathroom – ванна. Number 3 – номер 3 – living room, bathroom, bedroom. Нужное слово – living room – гостиная. И последняя строка – kitchen – bedroom, garden. Подходит bedroom, спальня. Exercise 3, упражнение 3. Прочитай словосочетание и выбери правильный ответ. У вас по два одинаковых предмета под каждым номером, только разного цвета. Легче не бывает. Читаем под картиночками. A black chair, a yellow radio, a blue bath, a red bed, a green tree house, a brown table. И переписывайте себе это в тетрадочку и обводите кружочком нужный ответ. Домашнее задание. Homework. Повторить упражнения 1, 2 и 3 много раз. В сборнике упражнение 8, страница 28. Переведи на английский язык, прочти. Трудное упражнение. Но нам с вами помогут предыдущие упражнения. Перелистайте одну страничку назад, и вы там все найдете. Что это? What's this? It's a table. Это стол. Where's grandpa? Где дедушка? He's in the garden. Он в саду. The lamp is in the bedroom. The radio is in the kitchen. Is mom in the bathroom? No, she isn't. She's in the living room. И упражнение 9 на странице 29. Разгадай кроссворд. Я думаю, доставит вам много удовольствия. The lesson is over. Урок окончен. Goodbye. Good luck.